Всем здорово, всем привет! Ну что ж, прошел очередной год, который мы провели с вами вместе на нашем замечательном, чудесном канале. Что я хотел отметить за этот год? За этот год я хотел отметить, произошел у нас большой прирост подписчиков, стало много изменений на канале интересных, начали выходить стримы регулярно, вот по средам. Кстати, следующий стрим будет 6 числа проведен, как обычно, в 21 вечера. Но будет стрим не технический, а будет посвященный моему дню варенья, который будет, в общем-то, тоже 6 числа. Заодно поговорим с вами вживую о тех темах, которые, в общем-то, было бы интересно вам увидеть, то, что было у нас на канале интересного, ну и обо всем подобном. Поговорим с вами на канале 6 числа. Заодно донаты можете присылать, поздравления меня с днем рождения, но это только 6 числа, раньше нельзя. Если раньше, то это с прошлым 6 января будете меня поздравлять. Вот. Поэтому донатам буду всегда рад. Кто не может по какой-то причине сделать перевод на кошелек Яндекса, который указан внизу, пожалуйста, кладите на телефон. Не возражаю, МТС Беларусь. Телефон указан, по-моему, везде на канале, найти не проблема. Буду чрезмерно рад всем подаркам, всем поздравлениям. Собственно, вот такая вот картина. А сейчас у нас Новый год. Будем вас поздравлять, скажем так, с нашим вторым соучастником на канале. Ну, где ты там ходишь? Как всегда, в шлеме, зимой. Привет. О чем еще можно говорить? Кстати, да, здорово. Всем привет. О, снял. Ну, да. Без балаклавы. Ну, а что делать? Кому сейчас легко? Что я хотел сказать? Хотел поздравить всех с Новым годом. Ну да, конечно, как же еще иначе? Нам необходимо поздравления вести всем вместе, вдвоем. Третий вот наш оператор стоит вон с камерой со своей. Я опоздал. Я, как всегда, опоздал. Что поделать? Давно надо было и канал мой открывать, начинать. В общем-то... Ну, пришлось разделить канал наш на части. Мототема не всем интересна по электрике, которой мы занимаемся. Поэтому твоя тема ушла в бок на отдельный канал. Ссылка где-то там, короче, есть, мотокод, это все дела к тебе будут. Да, я думаю, со временем у тебя тоже контент будет интересный, и люди к тебе, в общем-то, найдут у тебя на канале много чего интересного. Поэтому, кстати, заходите к нему на канал, вот, подписывайтесь обязательно, там будет со временем много полезного, много интересного. Ну что ж, все-таки надо... Что поделать, вот только канал создал, только начал народ собираться. Ну, будет еще много полезного. Да, я думаю, со временем у тебя тоже контент будет. Поздравить вас с прошедшим годом, который у нас уже прошел. Пожелать как можно больше хорошего, позитивного. Чтобы все плохое, что у кого-то случилось за этот год, было забыто, перешагнуто или перешагнуто. Да, перешагнуто, стало лучше, пройдено. Вот, пройдено было, чтобы все было пройдено, забыто. И будем стремиться с вами к лучшему. В новом году желаю всем здоровья крепкого, это самое главное. Побольше положительных клиентов, чтобы ваши личные машины никогда не ломались. Чтобы много интересной и новой информации. И все это я вам постараюсь дать. Побольше здоровья, еще раз повторюсь. Крепкого здоровья, вот это самое главное, а остальное все приложится. Побольше нормальных клиентов, чтобы ваши машинки не ломались. И исполнение желаний. С новым годом. До скорых встреч. Пока-пока. С новым 2020 годом.